Я выбрала ВСБ, потому что мне его много советовали, много моих друзей тут учатся, и я не жалею. ВСБ образование помогает мне, чтобы понимать, как работают внешние контакты. Мне очень нравилось, что мы очень часто работали в группах, было очень много разных кейс-стади, и что была такая кооперация между всеми студентами. Я искала, соответственно, специальность, которая бы мне подходила, и она была именно в высшей школе банковой на тот момент. Цена была для меня привлекательная, милая атмосфера, люди, мне все понравилось. Университет очень красивый, очень приятная здесь атмосфера. Когда я это приехал, я это почувствовал. Очень классная инфраструктура, очень красивый город, люди позитивные. Но я считаю, что Польша – это хорошее место для обучения, потому что, в первую очередь, это международное образование, это диплом европейского образца. И также, что хорошо, что если в Польше закончить обучение на дневной форме, то это автоматический доступ к рынку труда, что мне, как иностранке, очень помогает, что мне не нужны никакие разрешения дополнительные, что вот я могу спокойно идти и искать себе работу. Люблю Польшу за людей, которые здесь находятся, за чистоту, за какие-то тоже законы, которые мне нравятся, которые здесь приняты в Польше, да, которые разница между Украиной и Польшей. Свободное время я люблю гулять, ездить на велосипеде, я люблю читать, гулять со своей собакой. Люблю ходить на море, которое здесь близко, что меня радует. Скажу нет, очень удобный график ВСБ. Можно под этот график построить свою работу. Для меня нету проблемы это соединять с обучением, потому что я учусь на заочной форме обучения только по выходным. А в течение рабочей недели я могу спокойно заниматься своими делами, своей работой, что никаких вопросов вообще нету. Я научилась польскому языку благодаря учебе. Я думаю, что через приблизительно 4-5 месяцев я уже достаточно хорошо разговаривала на польском, писала. Студентам, людям, которые планируют приехать сюда в таком молодом возрасте учиться, я советую не думать, а просто ехать, пробовать. Не бойтесь. Нужно ехать, потому что это возможность что-то поменять в своей жизни. И когда мы входим в зоны комфорта, мы развиваемся, и всегда это в лучшую сторону. Не бойтесь, это путешествие, жизнь — это путешествие, и нужно получать удовольствие от этого процесса.